за вашу преданность, верность, ваши старания всегда, значит, дают тот результат, к которому мы стремимся. Но даже когда к той цели, все ближе и ближе, которая является главной. На сегодняшний день для нас самая главная задача – это выборы. И в то же время я хотел выслушать вас. Какие у вас предложения? Неделю работаем с марта. Значит, мы заканчиваем подписи с Востока. Значит, это сейчас необходимо. В течение чтобы какую-то работу проводить еще в других районах. Двух-трех дней я полностью всю эту расстановку, я специально за это прилетел, полностью эту расстановку сделаю. И, значит, вы большую работу проводите, и вы имеете право, значит, свою позицию высказать и свои предложения. Дайте этому оценку и не сделать. Хотелось бы узнать, и кому именно нужна помощь.